к этим цветочкам. Главное вообще просто быть рядом с человеком, с любимым. Главное внимание. А так насчет подарков, не знаю. Какая разница, какой подарок? Главное, чтобы это было внимание любимого человека. Подарок — мир мы хотим. Чтобы наступил мир на земле, чтобы люди хорошо жили. Побольше концертов каких-то хороших. А подарки какие? Дети поздравляют. О спокойствии, о мире. Домой хочется. Вы беженцы? К родителям, да. Ну, не беженцы, переселенцы. А вы хотите вернуться домой? Ну, хотелось бы, если честно. Войны не было, хотели женщины. Мира. А главное, это в чем счастье? Чтоб мир был на земле. Здоровье было наше, лечили лучше, побесплатнее. А вот есть такое мнение, что оплаченная коммунальная платежка — самый лучший подарок от мужа или там от близкого человека. Нет, как вы к этому относитесь? От мужа нет. Причем тут муж, оплаченная? Понятно. То есть от государства, если да, такая если бы от подарок. Государства, то да, а от мужа нет. Ваша мечта. Ну, если подарок. Квартиру дочери. От судьбы мира, да. От мужчины цветов, конфет, ананас. Вот мы, кстати, только обсуждали, да, такой с грядки ананас. Который... Ну, в первую очередь мимозы, а дальше уже там по возможности уже приготовлены подарки. Ну, а цветы в первую очередь.